175. Из них 14 поступило от политических партий, одно от представительного органа Российского городского собрания, и 3 от общественных объединений и организаций. Это Федерация профсоюзов Калмыкии, Общественная организация «Молодая гвардия Единой России», и 3 это общество инвалидов, больных рассеянным склерозом. Ну, все члены комиссии в сборе, давайте начнем наше 35-е заседание. Наши члены комиссии ознакомились с повесткой дня. Один голос. Бондарева Ирина Николаевна, один голос. Манжиева Алена Алексеевна, два голоса. Гальгаева Юлия Бивеевна, ноль. Горяева, один. Бородина Елена Андреевна, дала один голос. Следующая кандидатура. Манжиев Тамерлан Борисович, 91 года рождения, средняя сестра, опыт имеется. Кто за, прошу голосовать. Один голос у Манжиева Тамерлан Борисовича. 20-я кандидатура. Лаптев Александр Ильич, 67-го года рождения, образование высшее. Заведующий хозяйством калмыцкий филиал КНУ в НИИ и ИМ Россельхозакадемии. Предложен по месту работы. Болдырев Гонтару Владимировна. Назначен председателем. Участковый избирательный комиссий номер 1. Кто за, прошу голосовать. У нас нету перерыва, мы его не объявляли. Вы слышали, чтобы мы ставили вопрос на голосование об объявлении перерыва? Николай Ильич, я выйду попозже. Чего ждали больше? Чего? Виталий, я говорю, при каких вещах? Чего? Я говорю, при каких вещах? Что ты снимаешь? Тебя пойдем? Борис. Или вы сидите, сидите, не нарушаете работу? Не нарушайте работу комиссии, Николай Ильич. Ну, вы видите, члены комиссии, регламент. Слушайте. Я не имею права нарушить регламент, потому что я подчиняюсь членам комиссии. Вот вам интересно рассуждать, Николай Ильич. Кого? У нас идет заседание. Кому-то что-то не нравится? Перерыв же не отбирает, сейчас второй вопрос будет. Второй вопрос. А назначение председателя. Председатель будет уехать.